большое. Ну, а для того, чтобы еще немножечко поддержать такую атмосферу, довольно тихо. Хотя вот сегодня не жарко, и вообще в последнее время не жарко в Крыму, да, и море не жаркое, да, прохладное, да. Вот, но для любителей, я северный человек, родился в Ленинграде, для меня 16 градусов это красота. Хотя я вот не рискнул вот долго плавать сегодня, но поплавал. Прохладная вода, жаркое солнце. Вообще, вы счастливые люди, вы живете в таком месте, да, Крым, это же удивительно, да, 50 километров, какие 50, 30 километров, меняется все, степи, горы, море, в общем, и все на это, на относительно небольшой территории, несколько климатов здесь у вас, да, а какие вы люди потрясающие, да, такие на материке уже мало, да, ну, Сибирь еще, да, Сибирь, да, Сибирь, Урал, да, да, это да, а, скажем, центральная часть уже другое, вы не просто интегрируете, конечно, в состав, кто как считает, кто считает, возвращается, кто как, да, очень непросто вам, и вас ждут еще очень непростые времена, поверьте мне, вот. Но что-то ведь и, да, что-то и к лучшему. Ну ладно, будем пить, хорошо,